Как занесло там машины-то? Найти машину уже везение, откопать успех. Ренат Габитов от своей ласточки не отходит с утра, надеется, что оживет. Вот видите, сколько снега-то. Даже, по-моему, больше, чем в Москве прошло, тут в Казани. В Москве, по данным мэрии, на уборку улиц выехало больше 16 тысяч машин. В Казани, по данным исполкома, почти 1000. В итоге чистые дороги, но пока заснеженные дворы и обочины. Получается, снег чистили, и как бы образовалась горка. Чтобы выехать, надо машину все почистить хорошо. Единственный у меня выезд из дома очень сложный, а на центральных дорогах все почищено. Снегопады в Москве и Казани одинаково масштабные, но если в Белокаменной жители явно недовольны работой ЖКХ, машины даже забрасывают яйцами, то казанцы относятся с пониманием к сложностям в работе коммунальных служб. Правда, к жителям есть просьба. Большая просьба к населению. Если техника работает, выйти убрать машины, которые мешают. Не только наблюдать, но и помогать мэрии бороться со снегом, убирать машины, чтобы заезжали грейдеры. В столице новый тренд на взаимопомощь. Я, конечно, уберу, потому что, ну как же, это же в нашу пользу. Куда ставить машину в данный момент, когда спецтехника работает? Опять-таки вопрос. В этот тетрис предлагают играть сообща, но с чего начать, пока не ясно. На вторые сутки после бурана дворы и стоянки и без того полны транспорта. Засыпанные машины и метровые сугробы, такими казанские дворы остаются уже после снегапокалипсиса. Но убирать это пока рано, считают коммунальщики, чтобы не делать двойную работу. Сначала крыши, потом все остальное. Управляющая компания просит набраться терпения. Скоро перейдут к тропинкам. Очистить здесь, потом накидают, а опять чистить надо. Так Казань продолжает бороться с последствиями метели. Рекордная по снегу стала такой же и по транспорту. Сотни грейдеров на дорогах. В столице продолжается план «Буран». Рамиль Шайдуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.